Первый случай был в феврале. Это по льду, да? Нет, нет. Значит, река у нас не замерзает, скажем так, практически. Она даже в суровую зиму не замерзает, да? Ну да. Значит, 11 февраля. Сейчас, секундочку. Значит, гражданин Российской Федерации был задержан в тылу. В нашем отделении по работе с местным населением поступила информация от местных жителей. Значит, о нахождении известного в тылу участка. Это в районе вот женского монастыря Брестской крепости. От сторожа поступила информация. Значит, выехали, задержали. Данный гражданин уже неоднократно, скажем так, задерживался за нарушение государственной границы на Брестском участке. Значит, сам он, три года подряд приезжал в Республику Беларусь, якобы с целью туризма. Один раз пытался пересечь государственную границу на участке отдела пограничной службы Малорита. Значит, неоднократно в Российской Федерации привлекался к административной и уголовной ответственности за кражи. И вот последний раз, когда он прибыл в Беларусь, он скрывался от уголовного преследования за совершение кражи там, в магазине в городе в Москве. Был задержан, значит, привлечен к уголовной ответственности, скажем так, за повторное совершение административного правонарушения в течение года. Так, и второй случай. Вот был не совсем недавно. Так, а при чем здесь БУК? Нет, через БУК он не перешел. А, не перешел. Нет, мы его задержали в тылу участка. Ну, у него, скажем так, значит, задержан он в тылу был. БУК он не, и наш комплекс не пересек. Дальше, как бы, по второму случаю. Значит, 20 апреля гражданин Республики Беларусь, тоже уроженец и проживает на территории города Бреста, тоже неоднократно привлекался, скажем так, к административной уголовной ответственности, не по нашим статьям, задерживался сотрудниками органов внутренних дел, отсидел 7,5 лет за похищение человека, значит, преодолел в 0 часов 20 минут ночное время, скажем так, наш сигнализационный комплекс в районе Варшавского моста. И пытался через мост автодорожный, через реку Западную, под мостом, там подмостовое пространство, скажем так, есть по конструкции, хотел перейти, ну, то есть не по реке, по самому, по мосту, где был задержан совместно с сотрудниками пограничной стражи Республики Польша.